Ну и что, расскажи там, что нового, как дела? Наши там уже с ума сходят на передке, пиздец, ебать. Почему? Ну и каждый день бомбят, нах. Каждый день просто, ебать. Сегодня. Приехал, короче, блядь, туда, пацанам, на передок. И теперь они там, во-первых, все, блядь, уже деды стали, нахуй. Во-вторых, ебать, я теперь как зайцы по норам, понял? Вот только где-то что засвистело, все, и фух-фух, ебать, они уже гандуют. Зайцы позавидуют, ебать. Постарели, да, ребятки? В смысле, они там кукушка едет, чтобы ты понимал, они там уже, блядь, все, там, ну, кукушка, в смысле, едет. Вот просто представь на секунду, ебать, 24 на 7, ебать, тебя, нахуй, блядь, просто бомбят. Вот там, где они находятся, ебать, там, блядь, жесткие бои идут, ну. И вот, блядь, кто они такие, что они там делают, понимаешь, может, они ночью, ебать, ебашатся с нами, нахуй, днем они, блядь, типа, мирные люди ездят на машине. Здесь вообще никому Сейчас. нельзя доверять, вообще абсолютно, может, бабка идти, нахуй, с пирожками, нахуй, блядь, понимаешь, что, ебать. Ну да, А ночью согласен. это, ебать, полковник, нахуй, корректировщики артиллерии, блядь. Да, но я имею в виду, что то есть с нашей стороны наступательных операций никаких нет, ну, со стороны России. А смысл? Они закопаны, ты приедешь, тебя разъебут из окопа. Ну как они закопаны? Под землей, что ли, сидят? Да, эти люди, ебать, 8 лет, нахуй, воевали. Готовились к этой войне, нахуй. У них там такие позиции, ебанешься, нахуй, Гитлер, блядь, позавидовал бы, нахуй. Значит, надо сделать так, чтобы они там под землей и остались. Ну набери Володьке, скажи. В сильном И чтоб желании понимал, можно у нас, было бы блядь, летчики напрячь. боятся летать, нахуй. То свои сбивают, нахуй, то чужие, блядь.